Говорят, что там, куда мы сейчас отправляемся, бывает очень жарко. Сегодня я предлагаю вам посетить одну из танцевальных групп нашего города. Танец – это не просто набор движений в такт. Танец есть труд. А что, если танцевать душой? Человек должен найти себе то, в чем ему комфортно, свое увлечение, успокоение своей души. Танцевальная группа «Ритм» под руководством Надежды Селиончук начала работу еще в октябре 2012 года. Возраст занимающихся детей здесь был с 14 до 18 лет. Сейчас же коллектив делится на две группы – средний состав и старший. Свои первые шаги танцевальная группа делала в хип-хопе, а теперь ребята развиваются в разных направлениях – эстрада, современный танец, стрит-дэнс. Значит, моя группа танцевальная «Ритм» для меня, наверное, это действительно мои дети. Поэтому для меня «Ритм» – это как второй дом, вторая семья. Они ходят, я очень рада за это, потому что сейчас молодежи очень тяжело выбрать детей, которые бы чем-либо занимались в наше время. Хотелось бы, чтобы дети были очень искренние и трудолюбивые, чтобы они, ну, хотели заниматься тем, что они занимаются, ну, чтобы любили делать, и чтобы были, ну, не вредными, хотя и вредные тоже нормально. 2, 3, 4, 5, 6, 7, пошли. 1, 2, 3, аккуратненько встаем. Ритм – это для меня большое количество людей, которые помогают друг другу, выступаем, ездим на выступления разные. Когда у меня проблемы, я сюда прихожу, танцую, все забывается. Семья моя любимая. А еще у танцевальной группы есть традиция. Каждый раз принимают участие в районном фестивале конкурса юных и молодых талантов провинции. И этот год не исключение, ведь ребята уже прошли в полуфинал. Помимо районных конкурсов, группа «Ритм» имеет в своем портфолио дипломы с различных региональных, областных, республиканских конкурсов и фестивалей. В 2019 году был открыт зал «Дельтафит Ритм», и с тех пор для танцоров он – место силы, а танцы – часть жизни. Задача танцора – показать легкость и пластичность танца, погрузить в него и заворожить зрителя. Достичь такого результата можно только через упорный труд, стремление к цели и дисциплине. Никто не знает, что испытывают артисты перед выступлением, кроме самих артистов. Легкая дрожь, непередаваемое чувство за сценой, учащенное сердцебиение, волнение, полный зал зрителей, вздох, игра телом, игра лицом, аплодисменты, поклон.